Ребята, всем привет, я во Вьетнаме. Долго искал на форумах, можно ли приехать сюда просто с анкеты, чтобы получить визу на 3 месяца мульти без фотографии. И вот на одном форуме нашел, сейчас проверил. Да, можно приехать без фотографии. Фотография здесь стоит $5 на человека, тебя снимают прямо вот возле этой стеночки. Очень круто, классный сервис, сказал уже всем спасибо. Итак, ребята, первым делом нужно купить сим-карту, она стоит здесь вот 160 данг, 180 данг, 200 данг, 220. Но мы взяли за 300 на месяц безлимитное. Вот, в общем, вот эти все тарифы на один месяц. Приедете во Вьетнам, сразу купите сим-карту вот у этой милой девушки. Это еще не час пик в Хошимине во Вьетнаме. Сегодня мы в Хошимине, завтра мы едем в американское посольство для граждан Кыргызстана и Узбекистана, скажем, стоит ли здесь подавать на американскую визу. Хотя у нас был опыт, мы подавали здесь, просто нужно обновить информацию. Ну и, соответственно, поделимся с удовольствием с вами. Так выглядит график. Пожалуй, наверное, на втором месте после Китая. Тут нужно быть большим профессионалом. Получить гарантированную визу – это выбрать правильное место для подачи. Одно из.